Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о причинах перхоти у собак. Перхоть – кожное заболевание, которое доставляет неудобства собаке и портит настроение ее владельцу. Она может быть вызвана как серьезными нарушениями в организме животного, так и факторами, которые не несут угрозу здоровью питомца. Почему же у собак возникает перхоть? Каковы самые распространенные причины этого заболевания? Давайте попробуем разобраться. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал. Так вы не потеряете нас и всегда сможете смотреть видео о животных. У нас много интересного. А еще можно нажать на такую кнопку в виде колокольчика. Тогда вы сможете самыми первыми узнавать о новых видео на нашем канале. Только убедитесь, что в настройках вашего смартфона разрешены уведомления от приложения YouTube. Это можно проверить в разделе приложения, который находится в настройках вашего телефона. Первая причина, из-за которой у собаки может появиться перхоть – стресс. Стоит питомцу переволноваться из-за переезда или похода в ветеринарную клинику, и вот на шерсти у него уже появляются некрасивые белые, серые или коричневые чешуйки. Как правило, в этом случае перхоть проходит сама в течение нескольких дней после того, как собака успокоится. Вторая причина перхоти – неправильное питание. Очень часто перхоть у собак появляется из-за несбалансированного рациона, недостатка витаминов и минералов. Иногда перхоть может быть симптомом пищевой аллергии у питомца. Как только питание собаки приходит в норму, перхоть проходит сама. Третья причина перхоти – бактериальные или грибковые инфекции кожи. Как правило, очаги этих инфекций находятся в подмышках, на животе, нижней части шеи, внутренних поверхностях бедер собаки. Перхоть же наблюдается по краям этих поражений. При заражении бактериальной или грибковой инфекцией кожи собака начинает плохо пахнуть. Если вы подозреваете, что все вышеперечисленное относится к вашему питомцу, немедленно покажите его врачу. Эндокринные заболевания – четвертая причина. Перхоть у собак часто появляется из-за гипотиреоза и сахарного диабета. Нарушение работы эндокринных желез приводит к появлению чешуек белого, серого или коричневого цвета на коже питомца. Клещи – пятая причина перхоти у собак. Самыми распространенными видами заражения являются саркоптоз и демодекоз. В большинстве случаев заражение клещами сопровождается зудом и выпадением шерсти у собаки. Помочь животному в этом случае может только лечение под контролем специалиста. Таковы самые распространенные причины перхоти у лающих. Заметив чешуйки белого, серого или коричневого цвета на коже питомца, покажите вашу собаку специалисту. В большинстве случаев перхоть не косметическая проблема, а сигнал о серьезных нарушениях в организме животного. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!